В перинатальном центре непривычно тихо. Если представить на минутку, что здесь ежегодно появляются на свет более 2000 новых жизней. Многие мамы приходят сюда не раз и не два. Сегодня настоящая именинница Ирина Володина. У нее родился 5-й ребенок, сын Матвей. Она сама выросла в многодетной семье и хотела такую же у себя. Я не чувствую усталости вообще. И разница то, что у меня 5-й ребенок родился, вообще не чувствую. Вот мне что? Дает больше любви. Я многому учусь вместе с детьми. Особенно, чем старше ребенок становится, тем мне интереснее становится с ними познавать этот мир. Так что я могу однозначно сказать, что дети – это вообще здорово. Хотя, конечно, какие-то страхи и опасения были и у нее. Большой перерыв между родами. Но и акция «Семь я» оказалась кстати, хоть и неожиданной для Ирины. Я себя ощущала, и я думаю, и Матвей, как дома. И медперсонал очень хороший. Как я, мама пятерых детей, скажу, дети – это счастье, не бойтесь. А в соседней палате повышенной комфортности появился первенец, мальчик Ратмир. Роды были первые, прошли, нелегко, но я очень благодарна, что все благополучно. Счастье, конечно, непередаваемое. Первый ребенок просто... Это нужно испытать. По акции «Я родился в Подмосковье» мама получает подарочный набор. Тут все, что может пригодиться малышу. А внизу мам ждут их семьи. Это праздник для всех. Но и волнительная встреча с новым членом семьи. Посмотреть хочется на реакцию дочерей. Они общались по видеосвязи. Там неоднозначная реакция была. И ревность, и слезы. Впереди у них еще очень много счастливых дней большой и дружной семьи. Мы сами очень долго ждали очень этого ребеночка. Прям очень гордимся, что у нас есть. Эти минуты, этот день Володины запомнят надолго. А в перинатальном центре продолжается своя размеренная жизнь. Конечно, у нас праздник. У нас каждый день рождения. 1, 2, 3, 4, 10, 15 дней рождения. Каждый день. Конечно, праздник. От нас требуется основное. Это наши добрые руки, теплые отношения, чтобы пациентке было с нами удобно, комфортно, не страшно и приятно. Конечно, радует и успех акции «Семья». Ее идею предложила одна из пациенток центра. После того, как она родила 3-го малыша, заявила, что обязательно придет и за 4-м. И в центре согласились с ней. Здесь приглашают и ждут всех. Кому дорого материнское счастье. Сергей Берзин, Андрей Капустин, Первый Мытищинский.